доходы. Это публичная информация, она должна быть доступна каждому из нас, как и зарплата мэра города, например, или, скажем, расходы коммунальных предприятий. Так считают в украинском офисе Совета Европы. Там инициировали создание онлайн-курса для тех, кто хочет научиться искать и находить нужную информацию. Обучение стартует сегодня. Для того, чтобы получить доступ к видеолекциям, достаточно просто зарегистрироваться. Организаторы говорят, что желающих уже более 2000. И признают, что процесс подготовки не из легких. Например, многие коммунальные предприятия просто отказывались открывать доступ к своим данным. Спротив був величезний. Одна з таких досить цікавих і зазвичай закритих, хоча має бути відкритою тем, це питання доступу до декларації фінансового стану осіб, які мають право на розпорядження функціями держави. Потім це заробітні плати, це виплати з державного і місцевого бюджетів.